Первое место в рейтинге самых дымящих автобусов занимает городской маршрут номер один. Такие выводы можно сделать по количеству жалоб, поступивших на этот маршрут, в наш проект «Поймай вонючку». И сегодня Полине Кольт вновь пришлось требовать от перевозчика объяснений. Что из этого получилось, смотрим. Дымящий автобус первой заметила дочка Анастасии. Из выхлопной трубы черный дым, а пассажиров высаживают на парковках, не заезжая в карман. Первый маршрут уже был героем нашей рубрики. Сегодня мы вновь на предприятии. Перевозчик утверждает, что недавно именно этот автобус проверяли, и все было в норме. Автобус 878. 878. Да. Это когда вы измеряли? Это было 21 апреля. Угу. А вот это прошло, вот прошло 10 дней. 10 дней. Вы понимаете, что 10 дней прошло, все. И нам приходит вот эта жалоба опять. Но мы работаем в этом направлении, вы же видите, прекрасно. Но вы не думали поработать в направлении, например, замены автобуса? Ну, автобусы исправны. Еще во время нашего первого визита перевозчик обмолвился, что двигатели у них экологического класса Евро-0. Хотя городские автобусники перешли уже на Евро-3, от которого нет такого черного дыма. С вопросом о замене старых автобусов мы обратились к руководителю, который даже выйти к нам не пожелал. А, то есть опять в следующий раз? То есть нам еще ждать жалобу на вас? Ждите, ждите. Стукачей-то вы много развели, ждите. Мы можем хоть каждый день приезжать к маршрутчикам, которые используют автобусы с экологическими стандартами ниже Евро-3. Но, по сути, это все борьба с ветряными мельницами. Ведь штрафовать их за это не могут, если данные условия не прописаны в контракте с департаментом транспорта. Кстати, в ГИБДД нам уже пояснили, что они обращались в законодательную власть с просьбой регламентировать этот вопрос хотя бы на городском уровне, чтобы владельцы старых автобусов получали за их использование штрафы. Тогда это хоть как-то подтолкнет маршрутчиков менять свои автобусы. Полина Кольт, Владимир Цуканов, новости Прима.